снова Наполеон. Смотрите, у меня здесь коржи, такая стопочка. Это один я такой специально зажарила, чтобы его потом на крошечки пустить, да, чтобы цвет был хороший. И здесь у меня заварной крем, вот только что приготовила. Ой, этот раз сделала немножечко послаже. Я вообще не очень люблю сладкое. Ну, кстати, крем получился обалденный, нежный такой. И вы знаете, не заморачивалась с этим подогреванием молока. Потом вот это вот заливание этой яично-мучной смеси, да. Все смешала. Сначала яйца с сахаром, потом добавила ванилин, потом добавила 2 ложки муки. У меня здесь на 3 яйца и не полный стакан сахара. Пакетик ванилина, потом 2 столовые ложки муки, я ее просеяла. Опять это все хорошо перемешала миксером. И затем добавила молоко. Пол-литра, ну не пол-литра, я где-то так 450 миллилитров молока. И вот это все хорошенечко перемешала. Яйца вначале с сахаром взбила. И потом эту массу переложила вот в сотейничек. И помешивая, доводила вот до нужной мне консистенции. И потом в итоге добавила еще, когда она уже была достаточно густая, эта масса, я добавила еще где-то грамм 80, ну, можно 100. Ну, вы уже смотрите на свое усмотрение. Добавила масло. И опять это все хорошо перемешала. Еще буквально 30 секунд подержала на огне, помешивая, и все. Сейчас буду перемазывать свой Наполеон. Признаюсь, этот раз Наполеон получился очень вкусный. Крем немножечко слаже. В общем, все остались довольны. Рекомендую.